Добрый день, с вами канал Shadow Game, и мы продолжаем проходить Шерлока Холмса. Десятый выпуск, десятый юбилейный. Так, остановились мы на этом. Обвинили, подтвердили. Все. Следующее дело открываем. Вроде читал такое достижение, карты, деньги, два детектива. Вроде читал, что 5 дел, цепная реакция, 4-е дело. Надеюсь, я не ошибся. Да и осталось, я думаю, не так много. Проходим, проходим, проходим дальше. Так. Продолжить. Что там дальше? Holmes, you simply have to face up to it. You need to have a serious discussion with Kate about her body. I can't. No more excuses. Ну-ка. She will learn soon enough that Alice is leaving. This other hidden secret. She will not forgive you. She does not need to know why. No? So she will blame you for Alice's departure. Is that what you want? No, I certainly... It's as Kate said. I always do the wrong thing where she's concerned. Now look here. I'll take care of your case once we're back at Baker Street. Cabby, why have we stopped? The road to the square is blocked, sir. Why? There's been a bad road accident. Oh, splendid. Ну-ка, ну-ка. Вау. Так, 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 это уже любопытно. There may be injured who need help. Неожиданно. Нежданно. Так, His pupils are constricted, but they are moving. He is still alive. Ладно, и у него застегнутый шейник, нормально. He has stopped breathing. There's no heartbeat. I must act quickly to save him. Ладно. Вау. Нажми, чтобы продолжить. Ладно. Так, stand alive, stand alive. Ничего не понял. Я, кстати, нажимал, удерживал. А, правый надо было. Я правый удержу, ничего не происходит. Ага, засчитали. Я не знаю, у меня правая кнопка мыши, что ли, перестала работать, или что это? Либо прям тут в определенный прям момент надо нажимать. Ага. Так, ладно, я откачал Ватсоном кого-то. Неплохо. Ага, ладно. Окей, ты в порядке. Что здесь? Что здесь есть? Понял, понял. Слушайте, дверные петли. Как-то все резко так произошло, что я прям пока еще нет дверной ручки, окей. Все очень резко происходит, поэтому я. Понял, понял. Вот сюда, по петлям. Ничего себе дело. Давай, 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 еще раз. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я сейчас мышку сломаю. И мы его откачиваем, если что, да? Или тут еще... Ой-ой-ой, что-то тормоза такие. Что-то жестко. Все проседает.
Oh, my shoulder. I'm a doctor. Will you allow me to look at your shoulder? ФПС проседает, тут столько всего просто происходит. Ничего, сейчас все будет нормально. Я же доктор. Все, Павел, нормально. Это пока это изи было. Это нормально. Так. Don't worry, I'm okay. Да что ты будешь делать? Исследовать. I see no visible injury. Значит, ладно, тогда разбудим. Perhaps I could use ammonia. Использовать нашатырь, ладно. Ну, это Илёк отдохнуть просто здесь. Окей. Слушайте. This area is unsafe. Please, help. Holmes will find a way to feed this poor man. Как его освободить-то? Бляха. А здесь что-то есть. А, тут уже умер кто-то. Ладно. Кого-то не спасли. Угу. Зажали ноги, ну. Не ранен. Так. Еще. Ну, как бы. Большой вес. Доска. Можно использовать как рычаг. Ну. Так, мы одного уже не спасли, как бы. Поэтому надо действовать. Блин, печально. Но здесь очень много всего происходит. Please help me. My leg. My name is Dr. Watson. Let me examine you. Так, что ж. I need help. Что ж вы все. Что тут? Понял. There's some extreme bruising. No bones appear to be broken. Ну. I think that an improvised bandage will do for now. One moment, and I'll fetch what I need. Now, let me apply the bandage. Ну. I need something else besides rope. Ну, доска вот это еще. I need something else besides rope. И вот это. Понял. I need something else besides rope. Да ладно, еще одна что ли? Somebody! Все нормально. Thank you, doctor. Так, Сейчас, как много вас тут, ребяток. Тяни. Окей. Oh, what a terrible accident. Да, инцидент так себе. Я не знаю, что он стоял тут. Я к нему подходил, с ним все было нормально, так что... Надо было морду набить, наверное. Незаслуженно с меня. Сейчас списали. Одного выжившего. Ладно. Ага. Давай, подпиливай. Все? Нет? Да, нет, да. Ты что тут делаешь? Ну. Ого. Мышка, давай. Те знакомые. Вверх-вниз движение, ну. Так, а ты? Ты давай оттягивай его. То есть 8 человек мы спасли. Двое погибло. Да.
Слушай, нормально вот это. 10-й выпуск начался у нас жестко, быстро. Так, сейчас, секундочку. Holmes, it appears the police have arrested someone. Perhaps it is the person responsible for this disaster. Любопытно. Спасти всех, кого можно. Узнайте причину происшествия. Ладно, окей. Let me go. You're talking nonsense. Insulting a police constable, eh? That's quite enough. What's happening here, constable? Mr. Holmes, this gentleman here is the fellow who built the scaffolding which collapsed and caused this accident. That ain't true. How were you hurt? This hammer hit me on the leg. How? It flew out from the scaffolding I put up. When the damn thing collapsed, the hammer flew out and coshed me leg. You were standing over there at the time. Oh, aye. Yeah, that's right. So it would not have been possible for him to bring the scaffolding down, constable? Perhaps it was poorly constructed. Oh, right. Yes, of course. And what made it fall? Perhaps it was you, waving around that rotten stick of yours. You'll wind up getting a taste of it if you carry on like this. One moment, constable. The scaffolding here has been entirely dislodged. It is unlikely that this disaster could have been the fault of this gentleman. Allow me to inspect the area. And if you could possibly be of use, close off the surrounding section. Do not grant anyone access, nor allow them to leave. Is that quite clear? Absolutely, Mr. Holmes. This accident is a little unusual. I need to concentrate on the details. I must include all the participants in the accident sequence. Вау. Порядок событий восстановите. Ладно. А на что нажимать-то? Или здесь просто выйти? Спейс-карта происшествия. My poor leg. Да, бедная твоя нога. Так, ладно. Слушайте, клевая миссия вроде. Так. Карта происшествия. Найденные элементы. Ладно, будем искать. Так, это мистер Холмс. Да. What do you make of this accident, Holmes? Ну что я думаю? Да все нормально. Might I ask you some questions regarding the accident? Please, not now. I'm in shock. Ладно. Поболтать не получится. This carriage was struck by the scaffold when it fell. Ой, бедная лошадка. Грустненько, грустненько. Так, здесь убивало током. Да и сейчас, наверное, убивает. An old sprung cart, which has seen better days. Good day to you, sir. Would you mind answering some questions? I'm investigating this accident. Are you the driver of this cart? Yeah. I was transporting vegetables from my farm to the London market. Так, ага. Ну и чё? What can you tell me about the accident? I don't know. There was a collision. I felt the ground. I come over all dizzy. What did you collide with? That contraption up in front of me. He stopped all of a sudden, and I tried to avoid him, but I wasn't quick enough. Внезапная остановка. Do you have any idea what might have caused this cab to stop so sharply? No, no idea. Так, окей. Собираем улики потихоньку. Технический кэп внезапно остановился без какой-либо причины. Определите всех участников происшествия. Ладно, окей. Might I ask you some questions regarding the accident? It all happened so quickly. There was an explosion, and my horse startled and threw me back against those wardrobes. А это вот шкафы. Those wardrobes fell like dominoes. The pumpkins fell here after the sprung cart collided. Слушайте, много чего произошло. Так, здесь у нас... Celebratory bunting. Флажки. A dead driver. Another victim of the explosion.
Так, кто-то умер. Лошадь тоже здесь. This horse was blinded by the flag, causing it to bolt into the window. Пипец. The overturned lamps may well have caused the fire and explosion. Да, лампочки нельзя прокидывать. Уж я-то знаю. Так, а здесь? A common fate, an uncommon location. Здесь. Celebratory bunting. Опять флажки. This cab was set on fire by the explosion at the lamp shop. Не знаю, я что-то боюсь возле лампы сидеть, а то сами знаете. Ау! Ну вот зачем я ее таранил? Сейчас, секунду. О, все, пойдем. Так, окей. Ну, может, карту уже можно открыть. Поглядеть. Воу! Восстановить порядок событий. Но мы, получается, двигать ничего не можем пока что. Да? Да. Мы пока чисто у себя в уме рисуем, типа того. Так, 7 из 13. Так, а вот... Да мы тебя спрашивали, да? This jaunting car would be capable of traveling at great speed. Так вот какой-то зевак стоит. Might I ask you some questions regarding the accident? No, you can't. Go away. Очень вежливый молодой человек, понятно. Послал нас вежливо в жопу. Так, окей. Ну, здесь от середины, я думаю, не стоит уходить. Как бы вот по кругу мы, наверное, ходим. Так, шкафы, мертвая лошадь и... Ладно. Шкафы, мертвая лошадь. Надо еще что-то посмотреть. Может, сюда зайти? А, нет. Как бы в горящую избу. Шерлок Холмс не входит. This mechanism played a part in the accident, I'm sure. Окей. Опа, F. Ладно, F появилась, так нажмем. Подъемный механизм. Платформа. Тыква. А, мы что-то не нажали, да? Противовес. Здесь всего 4. А, балка. Ну ладно, это я просто так. Так, здесь 5, значит, видов участников. Так, с чего все началось? Возможно, балка упала на подъемный механизм. Потом чё? Потом платформа и противовес. А потом тыква. No, it wasn't like that. Не, надо начинать вообще надо всё с тыквы. Тыкву сюда. Тыква упала, ударила балку, этот подъемный механизм, потом платформа, потом противовес. Так. No, it wasn't like that. Блин. А, противовес я в любой момент могу нажать. А, ну все правильно, тыква стукнула балку, потом это, потом противовес случился и платформа. Так, точно. Все нормально, все я понимаю. That's it. Ого. И флажки упали, так сказать, полетело сюда, по-моему, с топором, да? Бляха. Ну недаром это цепная реакция назвали.
этот... эту миссию. А, вот топор, да, да, да. The axe was catapulted by the scaffold, and it landed here. Wait for the rope holding the bunting was torn apart. A large section of it is now missing. Ну и как оно? Оу. Угу. Ну ничего, элементы прибавляются. Так. И... куда дальше-то? Ну вот вопрос. My poor leg. Да, нога у тебя и правда бедная. This cab hit the scaffold and caused it to fall. Слушайте, ну чуть-чуть осталось, чуть. Might I ask you some questions regarding the accident? Нет, он в шоке. Можешь подходить. This carriage was. This mechanism played a part of the accident, I'm sure. Меня беспокоит еще вот это, да. Как бы, что здесь можно умереть от тока. С другой стороны надо подойти, да? И там что-то можно отметить. Угу, угу. Nice, nice. Может как-то... а, ну да, может поднять столб или типа того, очень сделать. Может не надо? I won't be able to release it with my bare hands. А, ну да, надо взять вот эту штуку, да? Ага. Ну теперь я буду знать, как устроены столбы. Окей. The old gas lamps in this square have been upgraded to electricity. Окей. Электричество это, да, это круто. Вы что-нибудь видели, товарищ? This is an absolute disaster. А, нет. Мне записали, это огромное несчастье, да, а то мы сами не знали. This technical cab was involved in this tragic accident. И? I believe I've enough information about this accident. Now let's recreate the sequence of events. Вау. Итак, и что мне надо? Слушайте, восстанавливать все по частям, по чуть-чуть, по всякой этой. Вот это да, это сложно. Сложно. Так. Угу. Короче, вообще какой ужас. Include all the participants in the accident sequence. Ну, я вроде... слушайте, ну много я собрал. Блях-мух. Может пропустить вообще, блядь. Ну ладно. А я что, не всех собрал? А, ну да, ну да, тут... короче. Ну, ладно, еще раз пробую, и хорош. А ты что делаешь? Ага.
Сначала, может быть, вот это упало. А упала, может, она... Ага, не-не-не. Может быть, сначала... Слушай, по-моему, до меня начинает доходить. Ну, тут реально, надо подумать. Короче, нет. Ты сначала так сделал. Ты. Потом ты. Потом ты. Может быть, ты. Ты что сделал? Тьфу ты. Нет, ты не надо. Потом ты. Угу. Ты. Потом ты. Потом да, здесь взрыв. И ты. Ну-ка. Что получилось? Ну, так, да. All the participants in the accident sequence. Да ладно, я вроде нормально все сделал. Ну. That's it. Да ну. У меня тоже было нормально. But the lamppost fell down afterwards. So why did the cab stop? Блин, я бы все равно бы начал бы со столба. Было бы логичнее. Ладно, ладно. Хейнсон, что сделано, то сделано. This crank has been turned. Так, кран открыли. There's a metal strapping. Это металлическая обвязка. А это мертвый мужик. С татушкой. A tattoo. I suspect it's from a gang. Окей. Ладонь. This man was killed by electricity, as shown by the distinct mark on his hand. Угу. Убит от ожога. This man was armed with a revolver. Webley, I suspect. И мы еще что у него не увидели? Нога в говне. А грязные ботинки. Ну да. Так. Ага. Угу. Слушайте, все больше и больше. Слушайте, такое маленькое пространство и все больше и больше вопросов. What a bloody carnage! Да не говори. Might I ask you some questions regarding the accident? It all happened so quickly. There was an explosion and the driver is dead. He was killed by the explosion. Ладно. Так мне вот этот не нравится тип. Might I ask you some questions regarding the accident? No, you can't. Go away. Мне кажется, надо с полицией к нему подойти, и все будет нормально. My poor... Mr. I've not seen a traffic accident like this before. Да, я тоже. Даже близко такого не видел. Дай его током. Вопрос, откуда взялся ток? Так, ладно, давайте еще раз подойдем к этому. Там еще один чувак, да? Погибший. Угу. Так, та же бандитская татуха. От ожога электрического пламя. Лакрица. Сутка решка. Грязь на лбу, вонючая грязь, фу. Фу, вонючая грязь. Татушка. Раско, yes, I know him. He's a small-time local criminal. Здесь что? Some kind of solvent. A piece of fabric drenched in solvent. Some kind of... Ну, попей его или что, ну что?
A pneumatic hammer. Ну это я понял. А это что? Нельзя толкать руками или что это? Или надо с другой стороны взять? Технический кэп. Блин, что еще надо найти? Pneumatic. Mud. А, вот. Окей. Угу. Так, два трупа, банда. Угу, может быть... Я вот это что-то только не пойму, а почему нельзя что-нибудь еще делать? Some kind of solvent. Не пойму, ну ладно, бог с ним. Можешь подойти типа к полицейским, сказать, да ладно, но сам бандиты померли, пофиг. Не? Мистер. Не, они какие-то тупорылые, блять. Please. Might I ask? Please. Да я понял, понял, ты в шоке. Мы все тут. What a bloody carnage! Might I ask you some questions regarding the... Might... Might I ask you some questions regarding the accident? Блин. It all happened so quickly. Так, дедукция меня завела в тупик, дедукция моя. Да, это несчастье. Что-то я не доглядел. Будем нажимать, все подает. A piece of fabric drenched in solvent. Some kind of so- Нет, нет, пока глухо. Но надо с другой стороны, можешь подойти. С другой никак. Слушай, все обыскал, и в итоге нифига. А, вот, вот что я не обыскал. И это... There is some text underneath the paint here. Ну, наконец-то. This cab was painted recently. Could be important. I'll need to find a way to remove this fresh paint. Так. А, ну вот. Вот решение. Ты еб твоя. Ну. Взяли все с собой. Ну, а я думаю, ну что такое? Моя дедукция меня в тупик выгнала. Ой, знаете, как будто моментальные лотерейки. Стираешь там монеткой, типа того. Такое ощущение. Ну, раз я взял, то я буду оттирать просто огонь. О. Изи. Underground Electric Railways Company of London. Николу Теслу их убил, наверное. Единственное, пока у меня что в голову приходит. Погибли люди. Подземные электрические пути. Его перекрасили, чтобы скрыть название. Ладно. И нам что это дало вообще так, по большому счету-то? Мы теперь можем подойти кому-нибудь. Может, да, может быть, сказать кому-нибудь. Вы в шоке, да. Вон те ребята были в шоке. Мистер Холмс. Ну и... Опять не знаю куда. Да ёб твоя. Что-то если не гениален, как...
Шелк. Меня вот этот бесит. Мы, кстати, шкафам вообще не подходили. А, не подходили. Ну, тут бухает пока. Я даже не вижу, куда подходить. Сам. Уже все зеленое. Все отметки зеленые, я не знаю, куда подойти. Почему резко остановился кэб? Ну. Не понимаю. Может, он нас засмотрелся, что вот здесь распродажа, нет? Так, стоп. Я что-то опять не вижу. Да ёб твою мать, мне уже на этот труп не могу смотреть, и богу. Ну да, все обследовано уже. Опа. Вода. Что-то вы уже. Ну надо же. И. Провод. Вау. There is some electrical wiring here beneath the manhole. Место засады. Вот это да, да это вообще, это чё, это как? Найти то место, из которого был пущен электрический заряд. Отсюда. Ладно. Ничего себе, кто-то дома балуется. Ого. Как-то жестко. Ой-ой-ой. Многоквартирный дом. Ого. Вот это тут отмычки. Я просто пипец. Я, наверное, взрыв столько не играл с такими отмычками и со всем прочим. Просто пипец. Да, я ждал вот этого, потому что это вообще, это жесть. Считайте, ребят, что я вскрыл и все. Все нормально. Так, кто-то бухал. Кто-то бухал. Винцо. A single glass containing traces of alcohol. Угу. Кто-то прибухнул и решил дать ток вот этой штукой. I've not seen such a device before. Ничего себе. Активировать. Ага. Плюс-минус замыкание. Вообще это забавно. Ну-ка. Да не, ну это я должен. Это я должен полюбасу сделать. Они меняются тут местами. The electrical charge which affected the technical cab came from here. Ну. Так, мы узнали, что током убивает лошадей. Бесстыдство.
Так, Smoke on the Water. Женщинам теперь позволено курить на публике. Так определил суд. Не является более преступлением. Ну, заявные права. Почему бы нет? Затем он освободил от ответственности Мэри Толсон и Эдну Кастер. Вот трех леди, которые были арестованы на Трафальгарской площади. Ладно. Кому какое дело вообще? Так, и... Окно. I can see the technical cab very well from here. Ну что же, окей. Найс. Мне это очень интересное дело. Если бы мы... Я бы, наверное, знаете, тупился дело. Я бы проходил по-честному. Я бы не стал пропускать, скорее всего. Ну, сейчас вроде по сюжету решим пробежаться. Чего бы нет? I have an idea about the accident. Never mind. This one is murder. What? What? You? You're a murderer, you're right? Off your head. Are you sure, Holmes? Oh, yes. A murder and an accident, because the killer, by electrocuting the cab, created this chaos. And so this multiple crash is now our great chance. Our great chance? Of what, Holmes? The culprit could not have planned for this to happen, don't you see? And it is possible that he is still here due to the prompt arrival of the police. Now, I see five men who could be our murderer. Let us take a look at the map. Ага, найдено подозреваемых. My poor leg. Ну вот, а почему бы и нет? Так, окей, окей. Кого еще? Так, ты что у нас тут? Кто еще? Я знаю, там еще один чёрт есть, но... Вот этот мне вообще бесит, не нравится. Стоит тут, блядь. Итак, итак. Это подозреваемый. Да? I don't think so. I should pay more attention to details. Ну ладно. Не, это точно нет. Может быть, вот ты? No, it wasn't like that. А чё, мне всех подозревать? А, тут не подозреваемый, подозреваемый, окей. Так. Нет, блять, ладно, ты не подозреваемый. Находился... Не, ну это случайно было. Так. Вот два подозреваемых, они вот там вдали стоят, мне кажется, вот они. Ну или в шоке от чувака. Подозревать его, не подозревать. No, it wasn't like that. Да ладно. No, it wasn't like that.
А, надо, может, одного оставить, а остальных? Мне вот это не нравится. Мне он не нравится, значит... Так, давай-ка. Вот так, если принять. Тогда я не знаю, что это такое. That's it. О, мне тут еще подсказывают. А почему? Я должен сам, мне кажется, как-то. Ладно. Constable, I suspect three people here. Take them to Scotland Yard for questioning. As long as I don't leave empty-handed, all's good and well. Ooh. I know that look, Holmes. Have you found something new? That's right. In order to trap the cab, the killer must have known the precise route it would take. Then. Or even, that could suggest the cab must have set out not far from here, in this very street, perhaps. Remarkable. Holmes, I'm terribly sorry, but I must go to the hospital now to help tend to the wounded. I understand, Watson. But don't forget our earlier discussion. About Kate. Какая Кейт? О чем вы? Мы тут, блядь, в мыслительных процессах погрязли. Куда нам? Спросить возможных подозреваемых. Ладно. Так, где они есть-то? Куда их? Ага, возможно, ну все, поехали, да, Скотт Ярд. Все ясно, все понятно. Так, а у меня уже есть улики, что все такое. И это все. Пипец. Ну, ладно. Пофиг. Едем тогда в Скотланд Ярд. Все. И начинаем их колоть, блядь, этих огрызков. Хотя огрызок там был один. Ah, Mr. Holmes, we have a slight problem. What happened? No. One of the suspects, a Mr. Reginald Butcher, has escaped. It was after we asked him to put his belongings in the evidence room. I'm sorry. How did he escape? He hit me in the face. Took me by surprise, you know, otherwise I... Of course. That's all? Just before he left the yard, he shouted, "Sorry, I'll come back later." Sorry, I'll come back later? He could have said that without punching me. Is Inspector Lestrade here? No, he will be absent for a couple of days. Can we keep this incident between us? Да, грустненько, но невиновный убегать не станет, так что, наверное, где мне его искать? Ладно, много дел, пойдемте. Ой, тормоза какие-то. Так, что же, начнем с первого. Reginald Butcher is fond of sweets. А, это он убежал. Зайдите в нашу клинику. Ее состояние стабильно. Значит, он мог убежать в госпиталь. This letter from yesterday perhaps explains why Butcher was in such a hurry. At any rate, I now have an exact address. Nice. The initials MB. Может, там дочка, типа того, болеет. Отсутствие на работе недопустимо. Мы сожалеем по поводу положения дел, поскольку вы сюда были. Басом, сотрудником. Вот, сложная ситуация у него. Если вы не сумеете изменить ваше поведение, в ближайшее время мы будем вынуждены вас уволить. О, подземные электрические пути, кстати. Кстати, как следует из этого письма, Батча работает в лондонской компании. Это пути, не путю. Похоже, что у Батча есть проблемы на работе.
Слушайте, а это, он же стоял в шоке типа того. Вот может он... Reginald Butcher had problems with his job. Да, проблемки. This pen is an expensive one, but it isn't new. Ну ладно, окей. Первый подозреваемый, так сказать. Нет, thick leather gloves. They're probably insulated. О-о-о. У нас электрик. Murad. Quite a popular brand of cigarette. Mm-hmm. Whiskey. Of poor quality. Mm-hmm. За 300 бутылок, наверное. Так, кто это? My life has changed thanks to Pastor Gordon and my faith. Ладно. И письмо, да. Бенджаминсон мой, буду очень признателен, если ты присоединишься ко мне. Благотворительный обед, о, то боже мой. Я могу на тебя положиться. В грехе началась твоя жизнь. Угу. А, с криминалом был связан этот чел. Ты нашел все силы измениться. А, Пастор Гордон. Ладно. Ну, уже кое-что. Так. Бенджамин Фоулер был бандитом в прошлом. Ладно. Ну, это, конечно, не вяжется. Это вяжется с тем, что мы найдем в госпитале. Явно. Явно, явно. Так, ну и тут. Electrical wires. Бляха, что же у них у всех? A book. Karl Heinzen's 1848 Der Mord with a bookmark. Закладочкой. Мы обязаны сообщить вам, что конфискацию вашему вы остались еще должны. О, долги пошли. Рекомендуем вам связаться с нашим клиентским отделом как можно скорее, в противном случае в полицию. С банком Англии не шутят. Так, a book. Karl Heinzen's 1848 Der Mord. Ну, это какое-то чисто криминальное чтиво, наверное, да? Все, здесь больше не на что посмотреть. Не? Ничего? Не. По-моему, ничего нет. Нет, здесь надо еще что-то посмотреть, алло. Закладка. This terrible passage is apparently appreciated by Garrett. Если вам потребуется взорвать половину континента и утопить его в крови, чтобы уничтожить партию варваров, вы не должны терзаться ни сомнениями, ни совестью. Что ж... Ладно... очень настроен был, любопытно. Так, нет, сначала мы подведем так небольшие. Небольшие выводы подведем. Анархисты выступают против государства. Да. Но Томас Гард задолжал банку. Должник банка. Понятно, здесь пока ничего ни с чем не вяжется. Еще улики есть. Блин, пока мы тут это осмотрим. Не быстро это все, не быстро. Belongings of the victims. Rasko and his acolyte. Так, два бандита. A normal pocket knife. A standard deck of playing cards. A Webley revolver. Такой стандартный набор бандитов, знаете ли. Rasko is fond of licorice. Ха. Пипец. A police report about Rasko. He's only a minor criminal. Угу. Так, Малайцу. Лидер небольшой местной банды, члены которой используют в качестве
Знак отличия, ну да. Татушка, собака. На счету банды. Грабежи, карманные кражи. Ну, такое. Окей. Слушайте, ну кое-что, кое-что. Что же? Начнем, наверное, допрашивать, пока кто есть. Слушайте, они, может быть, кого-то привезли оттуда, нет? Мало ли. Фу, не, как-то неспокойно. Вроде тихо, но неспокойно. Чё, хорошо сидим? Ладно. Please escort this suspect for interrogation. Сначала с этого начнем. Good day to you. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation. I'm Benjamin Fowler, and I was arrested by mistake. I swear it. You have not been arrested, Mr. Fowler. You are here as a witness. Mm-hmm. Oh. But I saw nothing. I swear. Let me go. Давайте мы свой фоторобот составим. Так, ты у нас... Ага. Член банды. Но он вроде хотел ее свести, как я понял. Таким, знаете ли, методом. Камнем, наверное. Ну, пускай верующий будет. Мало ли, бывшие бандиты верующие. Работает руками, наверное, грузчиком теперь подрабатывает. Самодельная повязка, раненая нога. Что с ногтями? Пожелтевший... Блин. Ну, пускай болен будет, я не знаю просто. Курить вредно, но не точно. Может, курильщик просто. Ладно, объясняет присутствие. Угу. Ладно, не точно, не точно, бог с ним. Происшествие. Could you tell me what you were doing at the scene of the accident? I was working on the square's statue. I work for the council, I swear it. Электричество. Do you ever work with electricity? Yes, sometimes. Mm-hmm. I repair electric lampposts, but I'm not a specialist. I swear it. It's new, isn't it? And complex and dangerous. I understand. Mr. Holmes, I know you're a great detective and you understand me, so please let me go. I know nothing. I swear... Yes, you swear it. I know. Mm-hmm. Mr. Fowler, does the name Rasko ring any bells with you? First time I ever heard it. I swear. Да нет, нет, ты... Татушка у тебя. But your tattoo resembles his. You are in his gang, are you not? No. It was a long time ago. Already forgot. I swear it. Я точно I just угадал. Picked a few pockets for him when I was a young fellow. But I ain't proud of what I did. All my family, my parents, my brothers, dogs and cats all died when I was a lad. I wouldn't have survived otherwise. Даже собаки с кошками погибли. Ужасно. Так. Нет, не то. Ну-ка. По именам работает с электричеством, однако не специалист. Мне кажется, да, на специалиста он вряд ли тянет, но... Мало ли. Please escort this suspect for interrogation. Так, а вот с вот этого говнюка надо не слазить. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. Thomas Garrett. Why am I here? Garrett. You are a witness to murder. Of course. No, you're not. Well, it wouldn't be the first time that the police jailed an innocent man in order to close a case. No one has been charged yet. Yet. Точнее, просто, наверное, Гаррета. Игру проходил. Зыв, по-моему, называется. На канале есть.
Так, болен, болен он. Он кашляет, у него ковид, блядь, без маски сидит. Значок, анархист. Поношенная одежда, бедняк. Черная макарота, силикоз. Вот кто болен-то в натуре. С электричеством работает. Точно? Точно. Не любит полицию. Власть вообще не любит. Беден. Кашляет черной макаротой. Силикоз. Гард болен. Так, и думаю, настоящий специалист он может и не оденет. Может быть и не оденет на себя перчатки. От электричества, мало ли. Что вы видели? Ну-ка. Не захотел на улице говорить. Why did you remain in the square? Why not seek shelter? Like the rest of the sheep. There were some wounded comrades, workers. I wanted to help them. Ничего же не помог-то. You have a severe cough. Are you suffering? It's only a cold. Так черная макрота идет. Why not be honest with me? You are spitting up black fluid. Ah, well observed. Yes, I have enough coal dust in my lungs to fuel an entire London district. You were a miner then? Since the age of 13, yes. At the Newcastle mines. 15 years of hell. Those were bloody times. But now it's over. I don't want to die in those holes like my father and my brothers did. In order to line the pockets of the rich. Давно надо было уволиться, конечно, да. Do you have any electrical knowledge? How do you know about that? You a mind reader? There are electrical wires amongst your belongings. Clever. Yes. I teach electrics to my comrades, since I'm currently without paid work. Вот самоучка такой, мы можем сделать. So we're not as dumb as you might think. And I don't want to work for bosses anyway. Ну ладно. Что же, что же. Подработка и... Да, вот это. Смерть от тока. Возможно. Возможно, вот так. И все остальное... Ну да, пока не вяжется. Пока мало улик, но... Порасследуем дальше. Ладно, давайте закончим 10-й выпуск. Он был реально неплох. Много чего произошло, и это дело мы точно закончим. Да и уж осталось проходить, мне кажется, совсем-совсем чуть-чуть. Все, спасибо вам, ребят, за просмотр, за лайки, за комменты. Подписывайтесь на канал Shadow Game. Все, всем удачи, всем пока.